Этого года инициативе русского клуба на острове Сильван Лейк состоялся первый в истории Альберта слет короче, клуба бардовской песни. Охренеть. Осенний бал маскарад русский. Что это? В прошлом году знакомая была там. Это, короче, долгие политические речи, какой-то чувак, который баллотируется, долго обещал облегчить процесс иммиграции, потом пошли по рядам с шапкой, с деньгами, охренеть. А потом дело дошло до какого-то там, это было страшно. Это общество, оно такое. Я верю. Немножко душно. Ну, дядь. Но жратву продают хорошую. В общем, это все, что от них надо. Соб, ты ездил хоть раз на этом трамвае? Нет. Каждый раз опаздываю, уже закрыто сейчас. Да ладно. Да? Да, уже 8. А, они закрываются на 8. О, здорово. Готичный, итальянский трамвай. Ладно, несколько раз видел его стоящим и ждущим дома. Может зайти, я думаю, нет, в следующий раз. А я не знаю, где он останавливается. А, знаешь, а парк там? Парк, знаешь, театр на Варском? На Варском? Ну, там комплекс театральный, говоря, около Вальта. Там несколько зданий. Heritage проходит. А, тебе не было Heritage. Ну, я догадываюсь, где. Ну, там, в общем, рядом. А, я понял. В районе Сотой улицы. Там, где ярмарка крестьянская. Да, да, да. А, вот остановите меня просто вот, прямо знаете, где вот будет пересечение с 83-й и 109-й. Ну, да? Мы, собственно, рядом со мной. Хорошо.